Привет и добро пожаловать на мой канал. Возвращаюсь после недельного отсутствия. Нам дали каникулы целых 10 дней, и мы спонтанно решили их провести с пользой и отправились в Крым. Путешествовали на машине. Обязательно вам ставлю несколько кадров этой потрясающей красоты. Весенний Крым просто волшебный. Там цветут такие удивительные цветы, я бы так сказала, такие краски. Крым настолько зеленый, настолько теплый и настолько разный. Вы должны это увидеть, вот обязательно вам покажу. Мне очень понравилось. Это была какая-то незабываемая поездка. Обычно же ездим к морю, чтобы купаться, чтобы загорать, чтобы детки наслаждались летом. Но в этот раз мы поехали весной, и это, конечно, было потрясающе. Народу практически никого, погода переменчива. Несмотря на то, что было достаточно прохладно, плюс 15 градусов в среднем, мы ходили в куртках, в толстовках, в кроссовках, в штанах, детям периодически одевали шапки. Я, кстати, тоже одевала шапку, потому что именно в горах дует ветер сильный, а мы весь свой отпуск незапланированный гуляли по горам. Это восторг. Я каждому желаю очутиться и побывать в горах весной. Это очень красиво. Я была в облаках, вы представляете? То есть, ну, это такое ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты идешь, а вокруг тебя одни облака. Я видела дикие тюльпаны потрясающего, красивого, насыщенного бордового цвета. Я была на таких верхотулях. И все это мы проходили вместе с детишками. У меня старшему 7 лет, младшему 4 годика, и они все с нами прошли. Ну, просто незабываемо. Нисколько не жалею, что поехали и использовали выходные как отпуск, ну, майские, потому что обычно майские праздники, они проходят у меня на огороде, то есть это подготовка почвы, какая-то высадка, в теплицу все сажаю, там обрабатываю деревья, кустарники. А в этот раз погода в Москве почему-то явно была не майская, да, кстати, и сейчас за окном прохладно. И по ночам еще 1 градус, это очень холодно. Шли постоянные дожди, вот вчера, сегодня дождь просто не останавливался, лил как из ведра. А в огороде невозможно ничего перекопать, подготовить почву, посадить, тем более. Вот, поэтому мы провели эти праздники, как сказать-то, не с пользой для огорода, для дел, для дальнейшего урожая, а с пользой для души. Крутые, в общем, были 7 дней. Ну, в общем, мы в пятницу уехали и в следующую пятницу приехали. Ездили мы на машине. Дорога очень комфортная. Практически вся трасса платная. И там хорошее покрытие. И скорость 130-150 на многих участках. Поэтому, ну, мы вот на обратном пути, допустим, в 4:30 утра выехали, утро, да, а в 12 ночи уже были дома. Это 1700, там, по-моему, 60 километров у нас получилось. Вот, вообще, ну, ура. То есть мы проснулись утром, легли там, ну, 12, может быть, 12:30, практически сразу помылись. И утром проснулись, детки нас разбудили. Мама, папа, на улице дождь, все зеленое. Ну, конечно, не все зеленое, только травка позеленела, листьев у нас еще нету. Все-таки холод дает о себе знать. Вот, они соскучились по игрушкам, стали сразу во все играть, все рассматривать. Как-то я так переключилась, да, с одного на другое.
Накануне поездки мы же не планировали, собрались буквально. Я собралась за один день. Первую половину дня я активно готовила. Это был четверг, на самом деле это был чистый четверг, и я красила яйца, я пекла куличи, я готовила еду в дорогу нам с собой, чтобы не останавливаться и не думать, что где заказать поесть. Ну, как бы своя еда всегда хороший вариант. Мы взяли термопакет, и вот я приготовила несколько контейнеров. Нам как раз на сутки, пока мы ехали, хватило. Отличный такой вариант. То есть можно и в дороге там сырники перекусить, не останавливаться, да, там, или заехал на заправку, купил кофе, чай. И опять-таки с собой там и бутерброд какой-то можно было сделать. Накануне отъезда, помимо того, что я готовила, убиралась, собирала чемоданы, я еще мыла окна и дверь, и у нас шел снег. Хочу тоже эти моменты вставить, чтобы вы вдохновились, замотивировались. Было так холодно, что помню, я в одежде в какой-то теплой очень этим занималась. Вот, и через сутки оказалась в Ростове-на-Дону, а там прям настоящая весна, тюльпаны вовсю цветут, деревья распустились, такой контраст. Москва, можно сказать, снег шел, да, а Ростов-на-Дону вовсю цветут цветы. Вот, в общем, смотрите и вдохновляйтесь. Ну и прежде чем помыть окно и дверь в прихожей, мне нужно пропылесосить коврики и их убрать, чтобы они не мешались. Все равно какой-то сор, крошки остались, и неприятно ходить даже босичком, поэтому пропылесосила. Вот, а теперь я приступаю к мытью окна. Мою я окна парогенератором. У меня парогенератор от фирмы Körcher. Мне очень нравится. Быстро все дезинфицирует, промывает грязь, вот, которая скопилась от осадков, пыль. На раз-два все очищает. Последовательность такая. Сначала я прохожусь парогенератором в самых труднодоступных местах, а потом уже приступаю к стеклам. При этом я всегда себе помогаю тряпочкой, так как лишний пар все-таки стекает, ну и чтобы не испачкать пол. Потом все это дело протираю и насухо уже вытираю микрофибровой тряпкой, чтобы не оставалось никаких разводов. Вообще для этого парогенератора есть специальная насадка для стекол, но она у меня то ли в стирке, то ли грязная лежала, не могу сейчас вспомнить. В общем, я и не воспользовалась. Ну, так как окошко маленькое, микрофибровая тряпочка справилась на раз-два. А вообще это окно, вот, насколько я помню, я не мыла ни разу вот так тщательно. А у нас, по-моему, ручка была сломана. Так оно у нас и стояло. Вот, все его отмыло, блестит, красота, порядок. Ну и так как парогенератор у меня под рукой, вода там осталась, я решила пройтись еще и по радиатору, избавиться от лишней пыли, чтобы он тоже был идеально чистый. Ну и приступаем к двери. Дверь у нас белая, со стеклом. Сама дверь деревянная, смотрится потрясающе. Мы когда выбирали,
Долго выбирали двери, чтобы не промерзало, так как у нас морозы достигают и минус 30-32 бывает. Вот, все железные двери у нас промерзали. Поэтому я долго изучала информацию и остановила свой выбор вот на финской двери, да еще и со стеклом. Вот прожили уже третью, по-моему, зиму. Ни разу ничего не обмерзло. Дверь нам нравится, она очень теплая, уютная. В ход пошла тяжелая артиллерия. Пришлось взять сив, так как некоторые загрязнения не отмывались обычной водой. И я натирала сифом. Ну, как всегда, сив на высоте. Обратите внимание, трава зеленая. И идет снег. Его на самом деле было так много. Он только начался, потом все шел, шел, шел. И к вечеру у нас, конечно, завалило. А это венок из магазина Küchenland. Я вам показывала его в обзоре покупок. Хоть мы и уезжали, но мне очень захотелось создать дома уют, поэтому я повесила. На самом деле, прям вот создавал настроение. И вот вчера мы приехали домой, отоспались, съездили с утра за продуктами, купили по минимуму. Я думаю, что попозже уже поедем в гипермаркет и купим все на неделю. Купили здесь на местном рынке, в Пятерочке, там что было необходимо. И самое интересное, что я чемодан разобрала за один день, а вот стирка... Удаление пятен с одежды, стирка обуви, сумки всякие, вот принадлежности, там зубные щетки, вот это вот все. Я двое суток это все мыла и разбирала. Почему? Потому что там надо было покушать, приготовить. Уроки нам много старшему задали. Сейчас с ним читаем, там математику задали, плюс ментальная математика. Дома какие-то тоже еще дела. Ну, я вообще присесть не могу, честно. Вот первый раз села, включила камеру, думаю, нет, надо записать. Дни проходят, просто пролетают. Событий впереди куча, планов много. Думаю, так и не запишу. Вот сейчас села, хотела с вами поболтать. Еще хочу сказать, так как у нас было очень холодно, рассаду, соответственно, я высадить не могла. И ближайшие 2 дня у нас потепление, и будет плюс 20, и ночью, по-моему, больше плюс 10, поэтому все, ждать больше не буду. Через буквально там 2-3 дня томаты высаживаю, ну, томаты, перцы, баклажаны высаживаю в теплице, сажаю зелень, сажаю редиску. Очень надеюсь, что земля просохнет, и я смогу что-то поделать на улице, потому что... Просто вот наступаешь на траву, а она такая чвак-чвак, то есть она насквозь мокрая, я не знаю, как копать, но надеюсь на лучшее. Вот, так что сейчас займусь рассадой, покажу вам, что буду делать. Сегодня 9 мая, и вот такие стволы томатов. Смотрю, вот уже даже... Зацвели, пасынки дали. Сейчас померила 70-75 сантиметров в росте.
очень большие, конечно, прям существенно переросли. И вот на стеллаже. Ох, это просто гиганты. Гиганты. Посмотрите, какой пасынок. Вы видите? Такие кисточки. В общем, я приняла решение, обрежу сейчас нижние листья. Парочку где-то. Смотрю, вот этот стволик прям хороший, такой плотненький. Тоже уже с томатиками. Да, сейчас обрежу нижние листья у томатов. Потому что через 2 дня у нас наконец-таки потепление и будет плюс 20. Буду все высаживать в теплицу. Ну, если что, накрою, если вдруг холод, накрою белым укрывным материалом. Перцы вовсю цветут. Тоже высокие. Ой. Сейчас переключу вот сюда. Так, и что мы здесь видим? А видим мы уже перцы. Вы представляете? Перцы. Мне никогда в жизни дома не завязывались перцы. Это просто невероятно. Сейчас покажу. Посмотрите. Вот он, перчик первый. Класс. А, и зацвела петуния. Прелесть. Очень симпатичная петуния. Вот смотрю, тут тыквы, арбузы растут. Все отлично. А это огурец. О, а я переживала, что огурца не будет. Огурчик тоже растет. Базилик, я смотрю, подтянулся. А это кто у нас такой несчастный? Опля, опля, опля. Ой, у него сгнил корешок. Что-то ему совсем здесь, да, нехорошо. Угу. Арбуз не пошел. Попробую подсыпать земельки. Может быть, еще приживется. Вот, ну, в основном дотянули мы до тепла. Сейчас еще, знаете, что вам покажу? Капуста, брокколи и цветная капуста. Надо тоже уже рассаживать. Вот сейчас только-только подсохнут грядки. Сразу буду копать. Лук вырос. Земляничка выросла. Ну, лук, пора и сельдерей, конечно, очень бедненькие. Примутся, не примутся, посмотрим. Вот такие у меня дела по рассаде. Пойду за секатором и сейчас обрежу листья у томатов. Томатики мои, конечно, совсем истощены. Не хватает им объема в горшках. Надо в следующем году, конечно, покупать горшки либо больше, либо сажать позже, либо придумывать какой-то обогреватель на улице, в теплице, не знаю, надо подумать. И вот обрезаю нижние листочки, чтобы высадить, чтобы растение не болело. Я уже посмотрела, как высокорослые томаты, переросшие, сажают. Их сажают лежа. Посмотрела всю технологию. Надеюсь, у меня получится. А знаете, как мы поехали в Крым? Саша мне звонит, наверное, за 5 дней до выезда и говорит: «Слушай, тут каникулы 10 дней, а поехали, — говорит, — к морю, в горы». Я говорю: «Да? Да нет, ты чего? Майские праздники, сажать нужно картошку, морковку». Он такой: «Ты чего? Поехали, — говорит, — к морю». И, ну, погоду, прогноз погоды посмотрели, холодно так, думаю, да. Может, правда, оставить все и поехать?
Я говорю, слушай, ну не знаю, а то, а сё. Ну, начинаю придумывать, конечно же. Он такой говорит, и чё? Ну ладно, давай останемся дома. Дома? Нет, мне не нравится. Дома останемся? Как-то, знаете, не звучит. Почему мы должны остаться дома? Я говорю, ну а если мы не поедем и останемся дома? Он такой, тогда мы не увидим, как цветут горы. Вы представляете? Тогда мы не увидим, как цветут горы. И это волшебство пройдет мимо нас. И мы ни разу не были в горах весной. Я так задумалась над этой фразой, и после нее я для себя приняла сразу решение, что да, мы поедем в горы. У нас было несколько вариантов. Сочи, Адлер, Крым, Дагестан, вот все то направление. Но подумав, где мы были, какая погода, посмотрев, где находится, что в горах сейчас происходит, естественно, я в Инстаграме полазила, посмотрела по хэштегам, и мы поняли, что да, надо ехать в Крым, это самое оптимальное, что мы и сделали. А вот эта вот фраза «Мы тогда не увидим, как цветут горы» мне сразу напомнила паровозик из Ромашково. Но это же правда. Жизнь проходит мимо нас, а тебе такой шанс дают, да, увидеть эту красоту, созданной природой. Я всем искренне желаю не откладывать жизнь на потом, а жить здесь и сейчас.
свои яйца положить в середину. Так, берите справа. Я...